Краевые депутаты сегодня дали пояснение по скандальному проекту КРТ, который накрыл большую часть Красноярска. Главное, сносить многоквартирные дома по КРТ не планируют. В стенах Дома правительства сегодня встретилась рабочая группа из краевых депутатов и чиновников мэрии. Последние вынуждены были объясняться перед первыми, как вышло, что администрация решила растянуть зону КРТ почти на половину городской карты. Оказалось, так она собирается бороться с точечной застройкой. Якобы на участках, обозначенных розовым цветом, нельзя будет воткнуть одинокий дом. Строить на них разрешено исключительно с детсадами, школами и инфраструктурой. Сейчас мэрия планирует внести изменения в карту. Из этой карты вырезать все многоквартирные дома. Администрация к этому отнеслась, кивнула головой. Понимаю, что это колоссальная работа, то есть каждый многоквартирный дом нужно вырезать из этой карты. Это большая работа, но в принципе так и есть. Это означает, что ни один многоквартирный дом, который покрашен вот этой вот розовой там, фиолетовой краской, он не будет относиться к КРТ без решения самих собственников.